Здравствуйте! Вы в гостях у Людмилы на канале «Мире интересного». Я хочу вас сегодня познакомить с моей фиалочкой. Эту фиалку я делала омоложение где-то 3 или 4 месяца назад. И вот она после омоложения у меня зацвела. Как называется эта фиалка, я не знаю. Если кто-то знает, подскажите мне, пожалуйста. Но для меня не очень важно, как она называется. Важно то, как она у меня цветет и радует меня вот такой пышной листвой. Как видите, листья у нее очень огромные, пышные, зеленые. И вот такая она у меня крупная сама по объему. В моей коллекции весной, этой весной, появились еще две фиалки. Я их купила на рынке. Они у меня цвели. Сейчас я вам покажу это видео. После цветения фиалочки мои нуждаются в срочной пересадке. Но так как было очень сильно жарко, я их не пересаживала. А сейчас, в общем, все равно надо их пересаживать, чтобы они совсем не пропали. Потому что стволики оголились, листочки вяленькие. И срочно требуют эти кустики омоложения. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Так. Вот так подымаем. И обрезаем стволик. Ножик у меня пилочка острый. И я вот так обрезаю. Вот он, один стволик я обрезала. Горшки, как видите, здесь были большие. Не знаю, что здесь за грунт. Я не пересаживала, как после покупки. Ну вот, сегодня мы займемся этой операцией. И вторую я обрезаю. Смотрим. Вот эти листики я удаляю. Листики нижние я удаляю. Так, вот так, наверное, оставлю. И вот эти вот листочки, корешочки я немножечко вот так зачищаю. Этот стволик. Немножко, слегка, совсем ножом. Слегка. Вот эту одеревеневшую часть корешка я зачищаю. Вот так. И точно так же готовим и следующий. Тоже листочки убираем. Так. И вот эту часть зачищаем. Так. Это надо для того, чтобы здесь образовалась хорошая корневая система. Вот это все старое удалить. Эти стволики стали влажными. И я их сразу... Вот так хорошо-хорошо обмакиваю в корневин. Прямо хорошо-хорошо со всех сторон обмакиваю, чтобы хорошенько пропиталась корневина. Вот так. Вот так. Вот так. Один. И точно так же с другой. Припудриваем. Хорошо припудриваем корневином. И вот так. Обязательно хорошо-хорошо корневином. Все. Я заранее приготовила вот такие небольшие стаканчики.
Здесь у меня торф с перлитом. Я пролила хорошо этот грунт, и сейчас я буду сажать в эти стаканчики свои фиалочки. Опускаю ее полностью, стволик полностью туда в грунт. Вот так. И вторую полностью опускаем в грунт. Немножко поможем ей. Вот так. Вот так, деточки маленькие. Немножко придавили грунт. Грунт уже пропитался хорошо. Вот так. Одна деточка и вторая у меня получилась. Вот так мы будем омолаживать свои фиалочки. Вот так. Сразу сделала фитильки. Я пока не буду на фитильный полив ставить. Я пока приберу эти фиалочки в тепличке. Пока они там будут стоять, пока они уже не пойдут молоденькие листочки. И только потом я уже их поставлю на фитильный полив. А пока они у меня будут расти вот в таком состоянии. Вот так я делаю омоложение фиалочки. Точно так же я омолаживала эту свою фиалку. И вот она красавица, какая у меня растет. Теперь будем омолаживать вот эти две фиалочки. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Мне будет очень интересно ваши комментарии посмотреть. До свидания.